за морем, ни за кручей, ни за пролесью дремучей, ни в Париже, ни в Крыму, в средней свежести дому, у Днепра, не у Тунгуски, на Андреевском на спуске жил да был себе Бава. Поутру зевал сперва, после справно чистил зубы, чай пивал, потом не грубо доброботницу будил. Нах. И на службу уходил. От начальства не скрывался, но упорствовать стеснялся и за день указов 5 соглашался выполнять. И, засевший за делами, ничего не делал днями, кроме всякой ерунды, чтобы не было беды. А посля в кабак заходит, с терпкой брагой дружбу водит до темна, а там домой, только как-то в день худой, одолев 2 кубка бражных, по крещатику отважно пешешествовал Бава, смотрит, вроде голова молодой красивой дамы, не изящной, но упрямой, из окна себе торчит, на Баву смеясь глядит. Говорит Бава учтиво: «Вы, девчина, просто дива, но, к примеру, для чего вам в окне торчать? Кого нужно вам, скажите честно, а смеяться неуместно, потому я в вас влюблен». И, отвесивший поклон, ждет Бава, как неимущий, но смеется дама пуще, ничего не говорит, головой в окно торчит, а потом вдруг исчезает и окошко прикрывает. Осерчав, Бава шагнул сапогом калитку, пнул, в дверь стучит, мол, «Отворяйте и насмешницу подайте на расправу!» «Ежели ж нет, дом сожгу!» Тогда брюнет, при усах, пере и шпаге, открывает дверь бедняге, говоря: «Чего шумишь? Тут, Бавище, не Париж, где не писаны законы. Мы не потные бурбоны, ты же морда не Д'Антон. Не побрезгуй выйти вон». «Да куда же мне податься? Надо ж было мне влюбляться. Ты скажи мне, что ж она, немчура или чухна? Волос черен, бровь орлина, губы алы у девчины, нос прямой и лоб прямой. Из страны-то вы какой? Ухи плоски, пальцы узкие. С Темзы вы, али с Тунгуски?» Говорит ему брюнет: «Вот тебе, Бава, совет. Ты иди, дурак мордатый, ко Владимиру в палаты. Потому как, верь, не верь, дипломата этот щель. Как бы ни было печально, дело интернационально. Итальянских дочерей выдают лишь за князей. Но случись об этом разе в виде письменном от князя, просьба, может, и сойдет. Дуракам всегда везет». Делать нечего. Бавятка рысью дунул без оглядки прямо к князю во дворец. Постучался у крылец, оробел и бдит, стесняясь. Тут, надменно улыбаясь, 3 суровых молодца прибывают и с крыльца челобитника спускают пузом вниз и продолжают остроумный разговор. Не стерпел Бава. «В упор вас не вижу», — сообщает, и булыжник подымает. Тут Алеша говорит: «Ты чё тут, неофит, разгораешься не в меру и перечишь офицеру? Али недуг в голове приключился?» Тут к Баве Свет Добрынюшка с Ильёю подступают, и все 3 ждут ответа. А Бава им глаголит: «Вы б сперва разобрались бы толково, ироды, ну, право слово, ко дворцу не подойти, до порога не взойти, наседают всем отрядом. Ко Владимиру мне надо, дело важное решить. Не угодно ли впустить?» Говорит Добрыня тихо: «Ты, Бава, глаголишь лихо, не подумавши. Как раз пир горою был у нас вечерком. Ужель не ясно, что не прибрано ужасно? Стол, объедки, всюду грязь и невежество. А князь смердов видеть не желает, в дезобилье пребывает и баварское заня потребляет в тишине». «Да я тихонько». Ухмыльнулись воины, переглянулись, и смущение не тая, говорит ему Илья: «Ладно, встань-ка на крылечко. Коль замолвить там словечко, обещаешь, змей с тобой. Проходи». «А толк какой?» «Толк?» — пожал Илья плечами. «Толк такой, что было с нами приключение вчера. Не прогнали б со двора. В соответствии с уставом Святополка с Ярославом разнимали мы. И вот Святополк теперь живет, как в тумане,
и не знает, чей он отпрыск, и хромает левый задний Ярослав, зная папы гордый нрав, неспокойны мы. Короче, не покажемся на очи, коль не будем наперед знать, что кесарь не прибьет, дыбной плетью не погладит и в темницу не посадит. Ну, согласен? В самый раз. И богатыри тот час руку честную пожали, для порядку обыскали, обусловились дружить и велели проходить. А в хоромах было грязно и для глазу безобразно, скатерть в пятнах, пол не мыт, утварь сальная стоит, битый мелкер, грязный кример. Говорит бове Владимир: что уставился, дурак? Ты купчина или как? Пиво немцы обещали, но доселе не прислали, и кончается запас. Тут бовятка без прикрас с нетерпенье дрожью в теле доложил ему о деле, а Владимир, помолчав и глазами поискав, чем бы стукнуть по мордасам дурака, тоскливым басом так глаголит, не шутя: знай, вчерашние учтя испужались горлохваты и пустили мне бовяту обстановку уточнить. Вот что, дурень, так и быть, напишу тебе записку для послов для италийских, но не вдруг. И то сказать, милость службой добывать есть традиция и право. И, прищурившись лукаво, говорит Владимир: три мне деяния сотвори. Недалече за подолом есть лесок, и частоколом огорожено стоит в нем избушка. Свет горит за окном, и ножки курьи снизу. В общем, бескультурье. Два замка торчат в двери, и яга живет внутри. Той егой седьмого сроку мне не плачено оброку. Ты оброк с нее спроси и сюда его неси. Дальше лесом двигай ноги, там у Харьковской дороги во пещере змей живет и смущает мне народ. Глазы выпитив звереют, все кругом горит и тлеет от дыхания его, и рычит не без того. В день пошейник мне змеюку и тащи его на муку перед княжеским дворцом. Сможешь? Быть ей под венцом дури этакой с тобою, а не сможешь, так не скрою, как не жалко будет мне. По откормленной спине по твоей пройдемся плетью. Все, иди. А как же третье мне деяние? Точно, брат, позабыл я, виноват. Что ж, найдется, ежели время, тут баварцы вражье семя жнут ячмень и варят смесь. Прикупи бочонков 6. Шел домой бава понурый, злой, задумчивый и хмурый. What the fuck, he says. Methinks this arrangement really stinks. Seems to be a filthy schemer, our magnanimous Владимир. Поглядел бава кругом, видит италийский дом тот же. Из окна же сонно та же Лиза, та же Мона улыбается ему. Эх, сказал бава, возьму и исполню княжью волю. Времени не тратя доля, повернулся и пошел скорым шагом на подол. В лавку ткнулся, подобравшись, 2 часа проторговавшись, у еврея, наконец, приобрел он кладенец и рюкзак из пут холщовых, и того на 5 целковых разорившись. И идет дальше. Смелый пешеход в чащу быстро углубился, темноте не удивился, факел боевой зажег, ищет, где лежит оброк. Вскоре изгородь находит, прорубает и проходит, в дверь старушечью стучит и небрежно говорит, между ног пристроив ранец: я Владимиров посланец, и пришед оброк собрать. Отворяй, ебена мать! Оторвавшись для смутьяна от рассказа Мопассана, крутит бабушка замки, гулко падают крюки, отворяются засовы, и до горницы кубовой допускается герой. С чем пожаловал, родной? Говорит яга, ласкаясь. Нагло бабке улыбаясь, отвечал бава: да вот князь Владимир деньги ждет от потлатой кочерышки. Ах, забавник, шалунишка, говорит яга в ответ. Я, касатик, 1000 лет в сих губерниях живала, а такого не слыхала. Денег просит у меня, будто я ему родня. Сядь, бава, на стул плетеный, я наливкою студеной напою тебя, мой свет. А в ногах-то правды нет. Печи стопим мы с тобою, ты да я, яга с бабою, да заляжем почевать вон на ту с тобой кровать.
Ты оставь беспутные ласки, говорит Бава с опаской, и наливку убери, как начнет бродить внутри. Буду я к утру козленком. Ум, Бава, имеешь тонкий, говорит ему Яга. Я ведь, старая корга, грешным делом захотела испытать тебя. Про дело нужно, значит, говорить. Ну так сколько ж мне платить? Разоряться мне не к спеху, разным лешим на потеху. Справедлив, Бавятка, будь. Бабку все ж не обессудь. Так с Бавой болтая ловко, лезет бабушка в кладовку и, лопату там найдя, со спины к Баве зайдя, бьет его, что было мочи, по башке. И, между прочим, на пол падает Бава. Отказала голова. Тут старушка разжигает печь, Баву в нее пихает и бургундского налив пьет, смеясь, аперитив. Тут вдруг печка задымилась, крендала и разгорелась. И очухался Бава. Поглядел кругом сперва, видит, что пожар в избушке. И помочь решил старушке негодяйство потушить. После стали вместе пить то бургундское, и слезно говорит Яга серьезно. Нет, честное слово, больше сил. Печку ту хохол чинил, а надысь. Гремел ногами. Результаты перед нами. Посочувствовал Бава. Что же, старая сова, будешь ты платить налоги, говорит. Али вас строге захотелось посидеть? Так рехтя считает медь, серебром чуть разбавляет и бумагу заполняет, где доходы и товар. Все списала на пожар. Князю мелочь лишь осталась. Говорит Бава, я малость посижу, а там пойду. Кстати, я имел в виду допросить тебя. Тут знамо где-то ж змей живет. А тама, молвит старая перстом указав. Покинув дом, шел Бава по лесу ночью, по болотам топал, кочки отмечая кладенцом, лишь кикиморы кругом. И пришел он на поляну, глядь, пещера. Утром рано, пробудившись ото сна, смотрит, вот опять она. Не пригрезилась, воспрянул наш герой и, крякнув, грянул шагом маршевым на вход. Меч под мышкой унесет. Озирается кругом. Нет, глаголит. Недобром змей решил Бавятку встретить. Тьма везде, и не наметить мне маршрут. А как же быть? Факел, что ли, запалить? Запалил. Опять досадно. Хоть ругайся, так громадна и страшна пещера. Вот вдоль стены ручей течет, бурно так. Поди попробуй перейти. Бава со злобой ткнул шершавый сталактит. Неспроста он тут висит. На меня бы и свалился, если б я не спохватился факел вовремя зажечь, и ползком бы шел, а меч привязал бы за спиною. Эко чудище дурное! Да куда ж тебе, Баву, обмануть? Ни наяву, ни во сне тебе такого не суметь. Кого другого, да, возможно. Тут Бава, речь закончивший едва, в яму бедствует свалиться, и хоть правильно гордится выдающимся умом, выбирается с трудом. «Ну, оглобля с чешуёю, — говорит, — найду, устрою я рептильный геноцид, гаду, жалко бог болит». Своды, скалы, повороты, коридоры, входы, гроты змееборцу предстают раз за разом. Там и тут тени щерятся, качаясь, вот со страху улыбаясь, входит воин в грот большой. В центре озера с водой, и у озера огромный, и от древней злобы томный, змей трехглавый возлежит и вальяжно подло спит. Тут ошейник вынимает наш Бава и подступает к змею, держит кладенец наготове. Наконец он ошейник тот по плану на одну из шей поганых умудрился насадить. И давай его будить. Разбудил. А змей со страху говорит: «Пошел ты нахуй! Не дадут с утра вздремнуть, здравствуй, морда! Ну и жуть! Киевлянин не иначе. Что, будильник ты ходячий, тут думал в 7 утра? А поди-ка со двора, да оставь меня в покое, человечище кривое. Напугал и рад, подлец. Убери-ка кладенец. Марш, хохол тупой, наружу, а не там окно вон в лужу. Так небось похмелье в раз убежит». Прищуря глаз, говорит Бава степенно: «Речи ваши откровенно легкомысленны, змея. Не своим почином я прибыл к вам. К чему лукавить? Мне поручено доставить в Киев змея целиком и на муку пред дворцом вас обречь». «Ага, ну ясно. То-то, вижу я, атласный нацепил Бава кафтан. Ко дворцу!» «Таков мой план».
Знать не зря сей хлопец гарный говорит высокопарно, в длани держит кладенец. Ты, Бовятка, молодец. Ты не сватаешь ли часом княжью дочку? Нету спаса от героев, я урод. Сообщаю наперед, драться я с тобой не буду. Ах ты, склизкая паскуда, говорит Бова. Я тут весь умаялся в поту, отмахавши верст 15. Ты по что не будешь драться? Говори, трехглавый пень, не серди меня. Олень, отвечает змей, зевая. Мне орясина тупая легче сделать, что велят. Что ж, сберемся в Киевград, да посмотрим, что за муку уготовили мне. Руку ты с ошейника сними, прокушу ведь. Ты пойми, как-то это несерьезно. Экий молодец курьезный, говорит беспутный змей, не доходит, хоть убей. Я и летом, и зимою, полдень, полночь ли не скрою, и в лесу, и на лугу, и в траве, и на снегу, и с Ильею, и с Добрыней дрался, грешен. Но отныне не желаю больше вас я тревожить. Сей же час отправляемся мы в Киев. Ты садишься мне на выю, я тебя туда несу. Потеряемся в лесу мы иначе. Засмущался тут Бавай, но подобрался и, кряхтя на шею, влез змею. Взвился до небес, пролетя насквозь пещеру змей трехглавый. Знай же меру, тут Бовятка говорит. Ниже, подлый! Змей летит ниже, тут Бовадеяние вспомнил третье. Наказание, говорит одно с тобой. Поворачивай, дурной, надо пивом запасаться. Не желаешь, коли драться, так в Баварию скорей доставляй. Вздохнувший змей 30 градусов наклона выставляет и резонно гладко держит поворот, и над местностью идет плавно, ровно, деловито. Вдруг Бова спросил сердито. А чего не помянул ты Алешу? Завернул про Илью с Добрыней дерзко, мол, сражался, гад ты мерзкий, с ними вроде на лугу. Про Алешу ж не гугу. Молча змей поднялся выше, сделал вид, что не расслышал. Курс поправил, встал дугой и к Баварии хмельной на форсаже подлетает и границу нарушает. Как-то утром киевляне, плоть обмыв в публичной бане, кофе искушав не спеша, чтоб разнежилась душа, на крещатик выползая и не быстро понимая, что к чему и толк какой, слух услышали чудной, будто наглая русалка в длани шайка и мочалка среди бела дня идет ходом ровным сквозь народ. Баню ищет томным взором, разглагольствуя с задором. Не могу я жить в Днепре, жить хочу я при дворе. Да когда ж она посмела? Хлопцы, тут нечисто дело. Кто рассказывал позвать, потрудитесь понимать. Это все, конечно, мило, но когда же к нам ходила нежить в Киев по земле? И русалки в том числе. Все не так. На самом деле мясники вчера шумели, потому один урод дочку замуж выдает. И привиделось им спьяну, что выходит из туману за Днепром русалка та, на ногах и без хвоста, грудь и пуп прикрывши майкой. Для чего русалке шайка, посудите? Баба шла в баню, ну и набрела на уродов. Испужались мясники и разбежались. Ты постой, мясник не трус, не какой-нибудь тунгус. Не спугнуть его русалкам, тут другое что-то. Жалко, нет свидетеля. Чудак есть один, хоть и дурак, но не брешет без причины. Расскажи-ка, дурачина, что видал ты. Было так, чешет голову дурак. Вот стою я, подбоченясь у реки, и вдруг, кабенясь, глазы выпятив вперед, змей по воздуху идет, огонь нещадно испускает, вправо, влево, вверх сигает, Днепр кипит и лес горит, а на нем Бова сидит. Тут хохлы захохотали, дураку монетку дали, утирая слезы с глаз, запросил его Тарас. Уточни-ка, милость сделай, тот Бова на чем сидел он? Говорит дурак. Кажись, не на пне забрался ввысь наш Бова. Скрестивши руки, он на шее у змеюки развалился, как барон из ненашинских сторон. Был кафтан на нем германский, кружев шелковый брабанский, от тирольских шляпных дел головной убор имел, и горланил он сурово. Право слово, на змее Бова сидит и
уздечкой рулит, вниз лететь велит проворно, змей снижается покорно, от хвоста до морд броня, рыкнул дико на меня. Я упал, баваж двуокий повернул, и Днепр широкий, одолев, что твой бассейн, крикнул мне: «Auf Wiedersehen!» Смех безудержный колышет толпы. Тут Владимир слышит этот смех, надел хитон и выходит на балкон. «Что шумите вы, ребята?» «Князь, а князь, а наш Бавята змея давеча седлал. Он к тебе не залетал?» Вопрошает кто-то. Снова хохот гулкий, смех здоровый. Усмехнулся князь, шагнул в дом, балкон прикрыл. Взглянул он кругом, сказал баяну: «Позови-ка мне охрану». Сел и вдумчиво молчит, ус десницей теребит. Тут Илья с Добрыней входят бравым шагом и заводят об оплате разговор. Не вступая с ними в спор, говорит Владимир тихо: «Слышал я, на медне лихо тут летал какой-то змей средь лесов и меж полей, и селенье жег охотно, и добротных качеств летных той змеи не перечесть. Скорость есть, осадка есть. Не найдется ли новатор ей сломать стабилизатор?» Помолчав, Илья сказал: «Неуклюж порой я стал. В битву очень даже годен при неветреной погоде. Турок, половцев, хазар бить готов еще не стар. А со змеями сражаться нету. Можно попытаться, да не можно, как на грех, гарантировать успех». Говорит Добрыня внятно: «Экий случай неприятный. Припугнуть змею стрелой — это можно, а на бой звать ее, милорд, опасно, потому совсем не ясно, добрый будет ли финал». Тут Владимир осерчал. «Дармоеды!» — крикнул гневно. «Да, судьба моя плачевна. Где, дружок, ваш третий есть? Срочно мне его привесть!» Сил и денег не жалея, ищут люди Алексея. По домам, по берегам, по театрам, кабакам, по музеям и заставам, по забытым переправам, в бане, в церкви. И затем возвращаются ни с чем. Весть пастух принес навече, змей проклятый недалече. И еще другую весть. Завтра утром будет здесь. Стали ставни запираться, стали девушки стесняться. По домам сидит народ и гадюку в город ждет. Киев тихий, точно вымер. Говорит Илье Владимир: «Вот что, дедушка, давай, булаву-ка доставай. Ты ж, Добрынюшка дебелый, лук готовь, колчан да стрелы. Будем драться, где живем». Тут пред княжеским дворцом, под углом топорща крылый, змей коварный и постылый, огнедышащий урод, на снижение идет. Наш Бава с него слезает и к палатам подступает, в дверь ногой стучит, сердясь. «Выползай на воздух, князь!» «От лесной блудливой бабки я тебе доставил в шапке твой оброк алтынов три. Выходи да забери. Есть бумажище, где гладко объясняется нехватка, но лежит она, увы, не в кармане у Бавы, а в шкафу у пивовара, как залог. Тебе товару из Баварии на Русь приволок я, и, боюсь, не прокисло бы дорогой. Тут немало и немного, 6 бочонков мы везем, терпкий шпатенс им берем. Вот ошейник, вот змеюка, как обещано. А ну-ка ты, Владимир, поспеши и депешу напиши, поразборчивей, почище. Так и так, мол, наш Бавище ни умом не обделен, ни долгами не смущен. Чист Бава перед законом, утром любит чай с лимоном, ликом знатен, нравом прост, ни разбойник, ни прохвост. Он не князь, но ходит чинно, и прелестную девчину за него теперь отдать лучше нечего желать». Князь не внемлет, он с балкона на змеюку отрешенно смотрит, скалится змея. «Да, Владимир, это я. Околдован я в пещере пребывал и был уверен, что пройдет лет 100 помру, не представлен ко двору. Так условлено мне было, что ни разумом, ни силой мне не выйти на простор, не видать ни рек, ни гор. Колдуну велел Алеша наваждение поплоше мне придумать, дармоед. И за брагу и обед я сидел в пещере темной, одинокий и никчемный. Киев было не видать, до того, как оседлать не сподобился б детина змея сирого картинно и использовать меня, как крылатого коня.
А теперь, мой принц, спускайся, змею кланяйся, старайся, 100 коров и 100 овец мне веди, и под венец 100 девчин возьму пригожих, пышных плотью, чистых кожей, и родят они мне вдруг 100 потомственных змеюк. Справедливо буду править, киевляне будут славить нас, и каждый день с утра будут мне кричать «Ура!» «Где Алеша?» — вопрошает тихо князь. Не отвечает ни Добрыня, ни Илья. Улыбается змея. «Нет Алеши, сучьи дети! Я тут в Мюнхенской газете обнаружил добру весть и спешу ее донесть. От ума али по пьянке он женат на итальянке, на родительский доход с ней в Неаполе живет и, устроившись приятно, не сбирается обратно». Тут Владимир побледнел и перечить не посмел. Из горницы спустившись, шапку снявший и смирившись, он, пред змеем встав в пыли, поклонился до земли. День и ночь в пустыне снежной, голой, мрачной и безбрежной, по тропинке ледяной едет всадник удалой. С гор спускается опасно, чисто небо, солнце ясно, зяблик сиплый песню спел, тракт землею зачернел. Всадник, видя грунт дорожный, повод кожаный надежный в отворот перчатки вдел, и стрелою полетел. Степи, избы слева, справа, лес, опушка, переправа, двух холмов больших промеж показался Будапешт. Скачет всадник, не смущаясь ни дождем, ни мглой, не знаясь ни с людьми, ни с миром, он молчалив и отрешен. Речка тихая струится, вот и русская граница, вот распутье. Влево взяв, к черновцам летит стремглав, слышит выпи крик протяжный, гриве спутанной и влажной, пригибаясь головой, он на вехе верстовой, разобрав затертый номер, проскочил насквозь Житомир и к утру рассвету рад различает Киевград. Там не Настя и похмелье, там темница, подземелье, и томятся в нем давно те, кому не все равно. Говорит Илья Добрыня: «Что ж нам, так сказать, отныне делать? Днями жрать да срать надоело, так сказать». Говорит Добрыня мрачно: «Дело очень неудачно, но дождемся мы суда с прокурором, и тогда скажем правду мы народу, не пройдет тому и году». Вдруг тюремщик входит к ним с нищим путником седым. Опершись на посох дланью, молвит старец: «Всякой дрянью кормят пленных тут у вас. А скажи мне, был приказ не кормить пропащих плотно? Рожа у тебя добротна, сам небось пожрать любя. Не обидишь ты себя? Ну-ка дай мою котомку. Я гостинцев им под кромку напихал. Да отойди, да в сторонке подожди. Вы же нехристи, вставайте, да гостинцы разбирайте». Встал Добрынюшка в чем был, и котомку ту открыл, и достал храбрец нескучный, доброй стали меч двурушный, шарит снова, достает меч второй, его несет он Илье. А страж подвижен и смекалкой не обижен, к двери было побежал, но с задержкой упал, сбитый с ног ударом в морду. Старец, распрямляя гордо плечи, спину и живот, вдруг Алешей предстает. Грим, стерев, парик снимает, из котомки вынимает третий меч. «А что, не прочь, горлохваты, мне помочь?» — вопрошает равнодушно. «Али, может, вам не скучно темной ночью ясным днем тут бездельничать вдвоем? Вопреки простому люду, со змеей сражаться буду я на днях. Рассержен я, надоела мне змея. Что не весь все о змеюке, как возьмешь газету в руки, все о ней, что, мол, мудра и по-своему добра, прозорлива и гуманна. Хорошо, а только странно каждый день сие читать. Захотелось мне узнать, что к чему. Приехал чудо.
Дипломатии паскуда научилась, а народ в усмирении живет, но обиды не стыдится и для радости гордится то ли глупостью своей, то ли прошлым. Хитрый змей разрешил народу злиться на коварну за границу по субботам, пить до дна, блох давить, восстав от сна, умиляться окаянству, принимать магометанство, не бояться никого и не делать ничего. Как-то давеча зашел в церковь я и вижу стол, за столом пируют злые, змея прихвостни дурные, а отец мой местный поп им готовит осколоп. Дьяки песнь для них заводят, прихожане ж не заходят ни с умом, ни в попыхах помолиться о грехах. Говорит Илья, краснея. Все Бовятка, не умея мыслить здраво, он пошел и змеюку к нам привел на беду. Да полно, дядя, говорит Алеша, глядя, глаз прищурив на Илью. Битый час я тут стою, будто гоголь у камина. Жду, когда моя дружина соберется выйти вон. Путь давно освобожден. Не сладка вам знать свобода. На 4 долгих года вас сюда, набравшись сил, не бавали засадил? От бавыли прошлым летом убежал Владимир к шведам. И бавели круглый год наш народ поклоны бьет. Устыдились тут герои, и на свет выходят строем. К оружейнику втроем направляются гуськом, обращаются как к другу. Как дела? И со скидкою кольчугу, запасную тетиву, стрелы, лук да булаву у него приобретают и под вечер выступают, лица пряча от людей, шапки сдвинув до бровей. По протекции змеюки власть дана Бовятке в руки. Стал начальником Бова незначительным сперва, но контора заседала ежедень, и вскоре стало так, что сделался Бова всей конторы голова. Дел ему не прибавлялось, разве что какую малость самолично разрешить. Опасался он ходить к дому, где жила когда-то черным волосом богата, кожей матовой нежна, италийская княжна. Сын поповский не по чину отхватил себе девчину, и в Италии мурло проживает с ней, зело наслаждаясь сенью пиней, пьет вино, что твой торквиний, макароны жрет в упор, слуг не видит, а вечер путешествует в гондоле. Наш Бова, смирившись с долей незавидную, забыть все старался и ходить переулком не решался, и, наверное, боялся, коль не мог не понимать то, о чем нельзя сказать. Как ни сладок змей народу, как ни мил ему в угоду, как ни пляшут, как ни пьют, как отвагу не дают песнопеньем да веселью. А случись им вдруг с похмелья вспомнить, кушая рассол, кто на Русь змею привел и придушат не желая. От соблазна сберегая непутевый свой народ, наш Бова теперь идет, рассудительный, степенный, ко дворцу, чтоб откровенно дело змею доложить. Неприлично дальше жить в старых комнатах. Пора бы терем выстроить хотя бы. Раз на мраморный дворец, на колонны у крылец, на амуров и картины, на фонтаны балдахины, на фронтон да парапет, мрамор есть, да клею нет. Вот заходит он в палаты, змей изговорчивый когда-то на Бовятку засопел и глаголит. Надоел ты, Бова, змеюте гадкой. Че ты шляешься украдкой во дворец? Дружина, едь! Не пора ли поумнеть дураку, стоит храбриться? А спустить его в темницу лет на 10. Будет знать, как змеюкам приставать. Тут дружинники схватили дурака и учинили дело подлое над ним и отправили в Нарым. Дождик капал на рыло и надуло нагана. Гады нас окружили, руки в гору кричат. То есть нет, конечно, просто протащили по погосту, дали в ухо, пнули в бок, посадили под замок в душной киевской темнице, повелели удавиться самому, уж так и быть, и уж от горил купить. Смотрит мрачно наш Бовятка, сыро все кругом и гадко, и окошко есть притом, но под самым потолком. К стенке стул приставив шаткий,
Порешил Бава украдкой посмотреть на божий свет. Да не вышло, сладу нет. В силу северных традиций стулья низкие в темнице. Да окошко не достать. Слышит вдруг. Ты б на кровать стул пристроить попытался. Наш Бава перепугался, на пол грохнулся, лежит. Кто тут? Тихо говорит. Позабыл бы вас испугу безутешную подругу, говорит ему Яга. Аль тебе недорога стала я за эти годы? Впрочем, бремя несвободы нас не красит. Третий год тут сижу. Вставай, урод, будем мы с тобой амурить и шалить, и балагурить. Разживемся дабаком, кулевякой и вином. Есть тут стражник мне знакомый, он волочит мне из дому все, что нужно на заказ. А зато в неделю раз тещу, вредную старушку, превращаю я в лягушку, тестя злого мужика, в колорадского жука. А детишек в наказание просто в гадость, без названия. Говорит Еге Бава. Ты, дурная голова, сотворила лучше чудо, как нам выбраться отсюда. Не умею, говорит старушенция. Артрит мучит бабушку нещадно. Чудеса помельче, ладно, а побольше на покой вместе с грацией былой сила вышла. Ну и дура, говорит Бавятка хмуро. Нужно было редьку жрать и портвейном забивать, просадив его сквозь сито. Вот и не было портрита. Ласки ты свои забудь, но скажи, не обессудь. Кто еще в сием остроге страждет? Аспид ты двуногий, говорит Бавиана. Впрочем, ладно. А полна под завязку тут темница. Знать полгорода томится, и убийцы, и жулье, и татары, и варье, и лесные партизанки, две девицы-лесбиянки, 7 актеров, 6 дельцов, 10 знатных молодцов, сибиряки, что без ксивы, и 1 красноречивый, все запомнивший дурак. Остальные просто так. Тут Бава кровать хватает и к окошку придвигает. На кровать поставил стул. В лес пристроился, взглянул он на свет и видит. Змея, рты раскрыв, благоговея и рискуя заболеть, горожане ждут узреть. Выползает змей степенно из дворца. Проникновенно спич народу говорит на 3 голоса. Шипит тенорком, басится звоном и воркует баритоном. Вдруг ему из-за угла прямо в пасть летит стрела, и язык насквозь пронзает. Змей шипит и завывает, глазы выпятив, мигнул, красным огнем полыхнул. А дружинники-то скопом за стрелком бегут галопом сквозь бушующий народ. Тут какой-то патриот, лоялист из непродажных, ногу выставил отважно, под собой не чуя ног, наземь падает стрелок, но... Встает, к стене взбегает, меч проворно вынимает, в терт становится герой, ждет дружинников на бой. Киевляне, встав за ратью, сыпят молодцу проклятья. Змей один, и тут с другой стороны летит стрелой на змеюку всадник смелый. За спиною вьется белый плащ, сверкает кладенец солнцем. Дерзкий удалец рубит голову с налета, а затем в полоборота, обернувшись прямо в грудь, ткнул злодея, и вздохнуть не успел еще Алеша, как скакун его хороший адским пламенем убит, наземь падает. Спешит наш Алеша, прыгнул змею он на круп и рубит шею он вторую, отрубил. Из последних подлых сил встрепенулся змей и скинул он Алешу, лапой двинул и об коготь боевой меч сломался. Наш герой ни на шаг не отступает, в грудь удары принимает, в ад готовый или в рай. «Ну, Илюшка, добивай!» крикнул на спину упавший. Булавище подобравший, выбегает тут Илья. «Повернись-ка ты, змея, даю рот тебя поглажу, приголублю и уважу». Повернулся змей, завыл, а Илья его накрыл смаху доблестным ударом по башке последней. Паром, дымом, искрой изойдя, сдох подлец. В себя придя, говорит Алеша тихо. «Как бы там с Добрыней лихо не случилось». Побежал булавою, помахал богатырь. И враз дружина отступила, и картинно утирая пот с лица, не щадивший кладенца, говорит Добрыня внятно. «Гады, блять!» И неприятно на охрану посмотрел. «Что, остались неудел подхалимые холопы? Всем стоять! На пол Европы Русь ослабили. Как быть? Стоит гадов удавить!» Говорит Илья резонно. «Нет, на это брат закона». Подошел Алеша свет. «Так же знать закону нет, — говорит он, улыбаясь на парней, что не стесняясь будут грабить, бить и жечь, ежели не предостеречь их наличием дружины. Ну-ка, потные мужчины,
потрудитесь отпереть нам темницу. Там на треть невиновному народу, змею подлому в угоду медитирует томясь. А когда приедет князь, порешим мы вместе с ними, что нам делать с остальными. И пошли они толпой к той темнице городской. Тут бава со стула скачет к двери, прыг, стоит и бачит. Отпирается замок и кончается острог. Он на улицу шагает и калеша подступает, указующим перстом угрожая. «Дело в том, — говорит Бавятка зычно, — что довольно неприлично посреди культурных мест красть заявленных невест. Я к еге ходил походом, на змее и в огнь, и в воду лез, в Баварии бывал. Ты же девушку украл у меня во время она». Поглядевши благосклонно, свет Алеша говорит: «А, знакомый неофит! Что тебе, Бавятка, надо?» «Где теперь моя отрада?» — говорит Бава. «Украл, так не прячься! Я давал слово князю чин по чину, волос черен, бровь орлина, где она?» Сказал герой: «Ты, Бава, дурак такой, что и в Минске не видали. Да, женат я, но едва ли жинка волосом черна, ибо рыжая она». Тут Бава краснеет густо, говоря: «Чтоб вам тут пусто, дурни, было!» Смех кругом разбирает всех. «О том, — говорит Алеша дельно, — заведем мы речь отдельно. А пока тебе помочь я, Бавятушка, не прочь. Помню я, что Василиса, деревенская актриса, во прислужницах жила у жены моей. Была хлопотлива, бестолкова, не смешлива, не сурова. Все торчала у окна днями, волосом черна. А живут у ней родные в двух кварталах от Софии. Ты иди туда пешком, постучись в четвертый дом». «Что ж так волос черен, дюже?» «Да откуда знать мне, друже?» — говорит Алеша свет. «В этом деле правды нет. Может, бабушка с монголом чай пила, индусом голым, греком, венгром пращур был. Может, дон благоволил мавританский к маркетанке или русского к испанке потянула невзначай. Ты кругом взгляни-ка, чай половина тут чернявых». Зашагал Бавятка бравый в упомянутый район, дверь стучится, не смущен, говорит отцу он смело про погоду и про дело. Соглашается отец дочь отправить под венец, Василису ищет, с нею появился, так краснеет и согласие дает и на брак, и на приплод. Князь Владимир, возвратившись из Стокгольма и помывшись в бане, был Бавой прощен и на свадьбу приглашен. И хоть путал он порою наглость с тупостью людскою, свадьбу эту так и быть обещался посетить, без подарка не являться и с гостями не ругаться, быть одетым поскромней, чтоб не выгнали в зашей. Свадьбу весело играли, дрались, пили, плясали 300 смердов и вельмож. Был Бавятушка хорош, был кафтан на нем кубовый, а на грудь полуметровый змеев зуб повесил он. Был он вежлив и смущен, раскраснелся, улыбаясь и подарком умиляясь, нес и прятал в сундуках. В новых шелковых чулках хохотала Василиса, деревенская актриса, в сарафане голубом и кокошнике чудном, черную косу расплетала, носом шмыгала, чихала, утешалась и на грех захмелела раньше всех. Был посол Исламабада, был толмач из Катиграда, был монгольский юный хан, был степенный польский пан, Фердинанд из Арагона, Джордж Блондин из Альбиона, датский конунг, гордый Рим мудрым консулом седым был представлен, а от местных комплиментов было лестных не с числа. Играл баян, не фальшиве, хоть и пьян. Говорят, что вроде злые киевляне молодые из зажиточных семей твердо верили, что змей справедлив был и любезен, верной службой был полезен он народу и любил, чтоб порядок в доме был. Толку слышавший сей гадкий, повелел Владимир гладко пустобрехов тех обрить и хазар отправил бить, чтобы дома не скучали и порядку цену знали. Не кручинясь, не гордясь, вдоль Славутича пройдясь, свет Алеша поздним часом за баранками да квасом пред отцом держал ответ обо внуках. Добрый дед слушал, крякал с одобреньем и
отца благословением наш Алеша заручась, на алтарь перекрестясь, выпив квас и съев баранки, крыжей жинке итальянке, в меру теплым ясным днем, на ладье ушел Днепром. Было время, было дело, 6 столетий пролетело, и вчерашнее учтя, записав и перечтя, летописец седовласый, пуп массируя под рясой, рассказал, что понял сам, целиком и по частям. And as should have been expected, from his archives resurrected comes this tale, though shining bright, in a somewhat different light. Так, к примеру, без обману исторического плану факультет, отзаседав 15 лет, разобрав старца ветхие бумаги и решив, что у бедняги, намудрившего зело, быть в наличии не могло ни методы, ни дивана, ни диплома, ни декана, то не мог монах всерьез исторический вопрос ни исследовать докучно, ни изыскивать научно, потому пристало нам, образованным умам, трактовать сие с опаской. Например, дракон есть сказка. Ведь еще святой Кирилл 2 последних уложил. Князь Владимир был политик прозорливый, много гитик он умел, но дело знал, змеям он не присягал, и у шведов побывал он, где наймитов нанимал он за умеренную мзду, но совсем в другом году. Был Бава красив и знатен, и в общении приятен, к урожаю всякий год обожал простой народ, был он славный полководец, за Урал первопроходец 2 раза, в жены взять не прочь был Владимирову дочь, был учен и Цицерона знал всего, и благосклонно старцев древних принимал, и мудрец ему сказал: «Тонкий ум, Бава, имеешь, и за родину родишь». Был Бава весьма польщен, хоть и был из венгров он. Кто смышлен, тот понимает, сказка ложью не бывает. Но, увы, нечасто впрок добрым молодцам урок.